Всем доброго времени! Сегодня я хочу вам рассказать о самом замечательном, самом нужном курсе в данное время, наверное, для всех-всех нас, для всех женщин, для всех берегинь. Называется этот курс «Житьё-бытьё». Курс для берегинь, сокровище нашего дома или секретный щит каждой семьи. Так как мы с вами берегини, конечно же, ложится это все на нас, на наши плечи. Что же будет в курсе? Что защищало семьи наших бабушек? Какие растения? Ну, во-первых, надо быть очень разумным и подумать о том, какие растения воспевались в песнях, в легендах, о чем писали, о каких растениях часто писали стихи, какие растения сажали рядом с домами. Это все целесообразно. Раньше люди чувствовали растения, понимали их. И сейчас эту чувствительность, эту прекрасную часть нашего естества мы возвращаем. Так что же будет лежать в нашем сундучке? Первое – это самые лучшие витамины и микроэлементы на свете, которые сбалансированы по составу, которые не купишь ни за 5, ни за 10 тысяч рублей. Никогда химические витамины и микроэлементы не синтезируют лучше, чем они уже синтезированы Богом. Противовирусный сбор. Обязательно должен быть в нашем рационе, потому что это очень важно. Многие люди ко мне даже обращаются. Вот понимаете, Мариталя, я заболел, что мне делать? А вот когда уже будет дома противовирусный сбор готов, вы уже будете наготове, у вас будет щит серьезный. Знаете, что нужно выпить, чтобы вирусу не пройти. Это очень важно на самом деле. Защитить себя и свою семью. Можно ли ОРВИ вылечить в начальных стадиях, когда она начинается, пить противовирусные сборы, да, подключать витамины и вылечить без антибиотиков? Конечно, можно. Конечно, можно. Если же это запустить, не начать лечение, то это приводит к более плачевным последствиям. Ну, это я говорю о типичных вирусах. Да? Мы сейчас не говорим о вирусах, которые сопровождают новые вирусы, которые сопровождают нас сейчас, и COVID-19. Здесь уже сопряжено с хроническими заболеваниями. Основная масса также его легко переносит, и те же противовирусные сборы отлично будут работать и при нем. Сбор, нормализующий настроение. Ведь мы же можем встать и не с той ноги, и сил мало, а можем быть раздражительными. И должны быть два небольших сбора, которые будут модулировать настроение. Противомикробный сбор или экстракт очень нужен. Сбор для лечения кашля, для лечения ожогов, ран и остановки крови. Да, это первая помощь. И действительно, можно сэкономить тысячи рублей для того, чтобы вылечить себя природными средствами и оказать первую помощь. От вздутия живота и для переваривания пищи. Да, это тоже очень важно в современных условиях. Сокровища для мам и пап. Противовоспалительные сборы. Да, очень нужны. Для лечения подагры и заболеваний опорно-двигательного аппарата, нормализующих работу печени и поджелудочной железы, нормализующие работу печени, снижающие холестерин, предотвращающие сосудистые катастрофы. Это очень важная тема. Нормализация зрения, слуха и памяти. И бонусом секреты русских красавиц. Растения для красивых волос, растения для бархатистой кожи, для зачатия и даже растения для того, чтобы
мужчина и женщина, у них было желание и, естественно, приятные ощущения. Ведь такие растения тоже есть, и не грех их положить в нашу аптечку, дорогие мои, берегини. И еще самое интересное и вкусное для наших деток и для нас – это самые вкусные и полезные лакомства. Мы научимся делать вкусные, удивительно полезные конфеты, приправы, моченые разные ягоды, пилюли очень вкусные и полезные и многие-многие другие вещи, порошки, ну, естественно, для красоты в том числе. То есть и вкусно, и красиво, и полезно, и в аптечке лежит. Здорово все это. А сколько нужно растений? А денег? Растений на самом деле нужно немного, примерно 10-12. Я подобрала как раз те растения, которые недорогие, которые есть практически у всех. Та же рябина или калина, с которых мы начнем ознакомление и начнем со сбора аптечки, потому что их уже в августе можно будет собирать, ту же рябину, для лечебных целей. А вы знаете, что и можно вылечить десятки заболеваний, да? Добавляя к ней пару других растений, и ведь на самом деле эффект-то отличный. Сколько это все стоит? Столько растений. Кому-то это действительно бесплатно, потому что он может это собрать. Кому-то максимум 1-2 тысячи рублей. А теперь разберемся, сколько стоят в кавычках хорошие витамины, потому что химические витамины, в общем-то, не так здорово усваиваются, как на самом деле указано на упаковке. От 3 до 5 тысяч рублей за курс. Да, нехило. А сколько стоят средства, возвращающие память, зрение? Таких средств практически нет на самом деле. А все эти наотропы, которые, да, действительно, помогают, а потом курс прошел, а что дальше? Да? А есть растения, которые возвращают и помогают нам и видеть, и чувствовать, и осязать, и переживать, и знать, и помнить, чтобы в голове не было дырки, чтобы глаза видели. И все это мы можем приобрести за 1-2 тысячи рублей на весь курс. Это настолько здорово, это мы будем настоящими с вами берегинями. Вот. Так что всех приглашаю стать настоящими берегинями своей семьи. Курс стоит 1300 рублей. Уроки все в текстовом и видеоформате. Все записи останутся у вас, вы можете их скачать, распечатать. И все, что нужно, очень много рецептов будет, очень важных, которые систематизированы из многих-многих научных источников и из моего опыта, из опыта моих родных. Ну и, конечно же, я отвечу на все ваши вопросы. Поэтому курс очень интересный, добротный. Займет он порядка 2 часов времени. Вот, распределены будут уроки. Поэтому я с удовольствием вас всех приглашаю еще раз. И желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Будьте берегинями своих семей.